А на юго-западе Индии наводнение, которое признано самым сильным в стране за последние 100 лет. Высокую воду в регион принесли муссонные дожди. Основной удар стихии пришелся на штат Керала. Там погибли 357 человек. 800 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Эвакуация населения из затопленных районов продолжается. Власти оценивают ущерб, нанесенный стихией, в 3 миллиарда долларов.